Книга «Открытым оком», вопрос 39, тема «Обращение ко Христу». Об отшельниках, безмолвствующих, есть основательные тексты святых отцов. Антония Великого, Макария Великого, Авва Дорофея, Григория Синаита, Григория Паламы, учение и схизма официально признано и утверждено Православной Церковью. Вы же утверждаете, что оно не согласуется с Писанием. Там не идет речь о проповеди, но о безмолвии и о духовном самоуглублении. Почему вы по-разному трактуете эти важные элементы, традиции? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Христос, прощаясь с апостолами, сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие Матфея, 28 глава, 18 стих. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. О проповеди трубят все пророки, апостолы, святые отцы Вселенской Церкви. И вдруг молчание, затворники, отшельники. Для чего? Разве у апостолов не было молитв? Или они не были отделены от мира, но шли в самую гущу событий, и как пожар разрасталась проповедь о Христе? Признаю подвиг могучих духом, но не более того». Книга Иова, 27 глава, 5 стих. «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Создана совершенно новая подвижническая религия, только не по Евангелию, а прямо вопреки ясно сказанным словам Христа. «Я православный и, как послушное чадо церкви, признаю всех вышеперечисленных святыми. Одно только должны быть: или да словам Христа, то есть соглашаемся, что они написаны верно, непоколебимо будут стоять до второго пришествия, или верны отшельники, а тогда и не по Евангелию, а тогда не правы Евангелия. Вопрос в том, на какую сторону станем мы? Советую и вам не играть словами «да» и «нет», потому что все, что сверх этого, есть и от лукавого».